Так, господа, всем привет. Короче, мы в Владивостоке до сих пор. Встретил нас тут подписчик Рома. Рома, тебя, конечно, плохо видно, но ладно. Ребята, а постоянным спонсором моего канала является букмекерская компания 1xbet. 1xbet – это большие выигрыши, быстрые выплаты. 1xbet – это надежный букмекер. Благодаря компании 1xbet я всегда могу покупать новые ништяки для моей тачки. А еще у компании 1xbet есть свой YouTube-канал. Ссылочки в описании. В общем, привез нас на такое классное место. Это смотровая города Владивостока. Это, конечно, зачетно вообще. И мы вот так вот вам хотим это все показать. Сегодня едем, гуляем, смотрим город, что да как. Так что включимся еще, все вам покажем. Это мост Золотой, через бухту Золотую. Говори, говори громче, потом я еще... буду тоже у себя писать. Я тебе что, бесплатный гид, что ли? Да ладно, тебе что, жалко. Смотри, кубарем туда не полети. Поговори сразу на две камеры. Это остров, остров. Это не остров. Просто на мост поделили. Ром, как вот правильно, вот это Золотая бухта, да? А ты говоришь, поделен город. В смысле поделен? Ну, как, просто раньше там... Раньше все объезжали вот так вот вокруг. Ага. Короче, соединили. Чтобы люди не ездили там по горам, по сопкам. В смысле, а не это Золотой разве? То на остров Русский мост. Вот тот, вон тот, да. А это Золотой. Да, это Золотая бухта. Ну тот клевый, смотри, тот моргает, а это слушай, нет. Слушай, скажи, а тот выше, я так понял, наверное, да, стоит? Наверное. Тот на слушай, сопке, наверное. А вот это типа здесь, ну, ремонт что происходит, да, там, да? А как проект называется? Дальзавод? Ну что, господа, вот вам Японское море. А там есть спуск да, к нему? Где? Подальше. Подальше? Да можно и здесь, в принципе, спуститься. Еще ноги сломаешься. Да нет, нормально, Ром. О, короче, пойдем, спустимся. Вот оно шумит во всю Японское море. Вот так вот. Там маяк. Короче, где мы уже не были. И вот вам, пожалуйста, Японское море. Потрогаем водичку, да? Насколько она теплая. Ну, нормально такая. Оп-оп. Вон у нас машинка стоит. Так, я иду туда. Парни идут. Сейчас я здесь пройду. Вот он я. Маяк здесь где-то есть. Тут купаются, наверное. Так, я, наверное, здесь поднимусь. Оп, 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 оп. Опачки. Ну что, господа, вот он и мост. На полуостров Русский. Да не полуостров. Да остров, остров. Все, что-то мне полуостров под руку говорится. Полуостров Крым. Интересно, что будет видно? Только руль, наверное, и все, Хонда, да? У кого, у тебя? Да. Ну, у меня же камера так. Камеру мою еще видно будет. Да, ты там не занимай места, там много. Ну, мы обратно еще по нему поедем. И что она с тряской такой будет сейчас ехать? Она же этот у меня стабилизация. Да, видел я, стабилизировал я уже твою стабилизацию. Сука. Замолчи. Во. Ленивая. Что, примерно вот такие везде дороги, да? Да, не примерно, а везде. Да не ври, не везде. Ну практически такие везде дороги. Ну практически, но не везде. Ну точно не как до Хабаровска. Ну да. Ну да, тогда это моей камерой там поработать чуть-чуть. Кирпичик поставил и все. Вот и поснимали. Народ, кстати, делится.
земле кочуем, на погоду не глядим. Где придется, заночуем, что придется, поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг. Свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик по речистом, это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Все, мы уже на острове Русский. Едем смотреть университет. Ребята, ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Сейчас мы его проезжаем. Вот. В ВУЗе обучается более 23 тысяч студентов на программах высшего образования. Также проходит обучение около 500 аспирантов. Количество преподавателей в ДФУ более 2000, ребята. Тут очень огромная площадь земли построена для этого. Костик, да. Все вот это построено к саммиту АТЭС, который проходил здесь в 2012 году. Что этот АТЭС саммит? Что саммит он дал? АТЭС? Что, да. Что за саммит? Что рассказывай саммит подписчикам. Сейчас. Вот, территория просто, просто огромная. Весь остров занимает вся эта территория, грубо говоря. Ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС, которые... Короче, сюда, даже сюда, здесь встречаются президенты наши, да? Путин с Японией, да? Почему с Японией? С Китаем. С Японией. А с кем? Ну, здесь в разные формы проходят международные встречи, саммиты. Встречи, да, саммиты. Все сюда летают, да? Ну, говорю, первый саммит, который был в 2012 году, саммит АТЭС здесь проходил. Круто. Вот. А сейчас мы можем наблюдать этот же мост, только вот с улицы. Мосту подъедем, поснимаем еще. Вот он, ребята, мост. Я бы не хотел бы колечко. Давай, говори. Что да как-то? К саммиту 2012 года во Владивостоке построили саморазрушающиеся дороги. Сними вот так вот. Там, это вот когда... Это когда саммит прошел, и прям вслед за саммитом дорога разрушилась. Это ржака, братва. Это чтобы никто не знал, да, что здесь был саммит. Что вообще здесь когда-то что-то было. Ну это ж ты меня заставляешь. Бред. Почему бред? Ты там напишут тоже журналисты, ты чем верить будешь? Ахинею какую-нибудь. Ну, братан, а ты книжки туда... читаешь? Конечно. А ты веришь, что там пишут? Ты... Всякие эти ну, писатели та... разные, да, ахинею. Да, писатели тоже могут ахинею писать. Ну а ты читаешь именно книжки проверенные, которые, да? Естественно. Любыми. Так, господа, короче, приехали мы в бургерную, привезли стейки тут всякие, сейчас пойдем есть. Что ты снимаешь? Ну пойдем, ну мы не будем там снимать, да? Или будем? Да.
да? Салфетки у тебя. Да, вот она. Вот он, бургер с мраморной говядиной. А давай камеры, объективы, чтобы наши подписчики друг друга увидели через экран. Смотрите. Ну как там? Че, бургер, да? Вкусный? Да хер его знает. Старее, интересно. Или вкуснее? Мы, короче, взяли по пивку еще. Да, не, мне не надо. Не, мне тоже я пальцы люблю облизывать. Весь кайф. Да. Ну как? Я жду теперь экспертку, иди, сейчас меня котик поднимает, да? Тебя снимать надо? Ну, я буду есть, потом расскажу свои впечатления. Слушай, ну вот старенький у меня, конечно. А бургер? Бургер там стоит. Да? Ну давай, я гуя тушу. Давай, да, снимай меня. Ладно. Я буду сейчас тушу и расскажу вообще первое впечатление. Давай, эксперт РЕН-ТВ. По бургерам. Да. Он же в Москве без них жить не может. Ну как? Нормально, да? Огонь. Ну все, тогда мы тушимся и начинаем есть. Огонь, реально другой бургер. Все, приятного нам аппетита, короче. Котлета будет. Наел? Да, я пожрался. Конечно. Когда я приеду? Привет. Я уже везде езжу. Приезжай. Спасибо, шеф. Мы вот добавили в Инстаграм. Это у нас все будет красиво, если заделаем. Вот у нас тут делаем. А там все будет какие-то. Фонд доделаем. Вот. Это не просто язык, где я хотел заработать деньги. Я здесь душа вылажу, не поверю. Даже не верю. Вот эти вот заказ делал. Да. Кузнецу очень долго объяснял. Он говорил, я никогда не делал. Я говорю, как так? Вот эти. Очень долго объяснял. Вот как это. Костя, да, близит сюда. Все, да. Еще раз спасибо. Все, спасибо. За души вкус. Все, да. Алло. О, вот он, бычара. Даша. Слушай, ты прям на... Алло. Надо же называть шеф тебя, да? Эй, шеф. И тут тоже. Да, шеф. Сейчас. Давайте я через через минуту перезвоню. Давай, давай, пленник пизды. Освобождайся. Минуту. Я тебе перезвоню через минуту. Давай. Чё ты там наговариваешь на меня? Ну чё, наелись у шефа? Стейк, бургерная, блядь. На самом деле, да, было как бы вкусно. Не просто как какой-то пит-стоп забегаловки. Да нет, крутое заведение. Да. Классное. Такое современное. Современное, жалко, да. Жалко, что закрывается в 11. Ну, нет, до часу работает, вообще написано на визитке. Выходные. А выходные до часу? Да. Ну, а наверное. До 11. Ну, блин. Ну, тут мы сидели тоже, все. Только да. Больше никого нету. Больше никого нету. Поэтому классно. Погуляли, покатались. Рома показал нам... Короче, да, все Ром, тут. Тебе спасибо еще раз. Если бы не ты, мы бы ничего не увидели. Да. Слушай, а вообще у нас сегодня классный день с тобой, да? Вообще, да. Мы сегодня все сделали, прям что тушь хотели. Тушь ходили, пустили. Да. Все вообще четко, все ровно. Эвакуатор, видишь? Это не что-то. Здесь как не хуже, чем в Москве. О, сейчас поднимут и увезут. Это точно. Слушай, а что за фишка? Почему на с правым рулем ездят? Они не в России живут? Вот, там, смотрите, с правым рулем, да. Так, все, господа, мы, короче, едем уже на нашу стояночку, к нашим машинам. Вот стоит машина Джека Дальнобоя.
Да, все, как и обещал, приехали мы к машинам. Плей дальнобоя. Плеера 46-е. Или как и положено. Ничего не поменялось, пока меня не было. Только машина. Спасибо, Ром. Надеюсь, да, это не ты написал, что видел нас с поднятой гадой. Ничего я вам не писал. Ну мы сегодня, если честно, на тебя подумали. Так что, ну, без обид как бы. Ну, подумали. Мы просто честно, всегда, когда ко мне подходит кто-нибудь, я ему сразу говорю, это ты мне хоть там хуйню в комментариях пишешь. Люди такие, нет, я просто хочу встретить когда-нибудь того человека, который мне пишет. Они никогда не признаются. Это ты сейчас как хейтер говоришь? Я просто вижу, что народ, я просто смотрю на ютубе много каналов, и я вижу, как там народ всякие гадости пишут. И, ну, блин, я хоть раз бы кого-нибудь вот в лицо прям встретить вот кого-нибудь. Я наоборот один раз только, по-моему, кому-то там написал, и то типа четкие ролики там, молодец. Кто-нибудь сказал бы, вот, хоть какой-нибудь сказал, слушай, я твой хейтер, вот хочу с тобой встретиться. Я, кстати, не знаю, зачем вообще писать плохие комментарии. Ну, человек старается. Не, ну есть критика конструктивная. Не, ну есть же критика по факту. Вот если пацаны пишут, я там лоханулся, не стиральной доской назвал, а гладильной. Я видел, что... Да, мне пишут, ну да, я лошара. Но тут я как я говорю, скажи мне, кто-то друг, я скажу, кто ты. Че ты смеешься? Это про тебя еще сказал, да. Да что ты в слове. Да, да. Ни одной ошибки не делаешь. Ладно, все. Да, все поехали. Отключаемся. Блин, мы, да? Вообще на две камеры разговариваем. На две камеры, да похер мне вообще. Ну да, канала-то два, а не один. Да, канала два. Все, короче, валим мы в тачки. Спать, домой. Складываться. Блин, завтра можем будет еще один выкладывать видос. Там опять просмотры идут нормально. Всем пока.